Да его время вот так существовало, или пишет, или не пишет. Вот что еще? Вот какие вопросы будут? Я, да, кстати, мне очень приятно, наш один поэт Гайдан Амири в своем одном стихотворении рифмовал «Мустай Уксай». Мустай Уксай. Ну, вопрос, так? Да. Вопрос вот такого рода. Действительно, Уксай рифмовал поэтов, и у него есть такое стихотворение. Я сейчас просто, я его перескажу. Mm. Значит, над Чувашией гроза прошла. Гроза прошла, да. Родилось облако. Да. Облако перешло в Мариэл, ну, Марийскую тогда республику, mm-hmm. и там воспел Миклай Казаку. Mm-hmm. Дальше облако полетело еще дальше, долетело до Татарстана, оросило татарские поля. И там это облако воспел Хаджи Тукташ. Туфан, по-моему. Хасан Туфан. Хасан Туфан. Туфан, правильно. Они дружили с Туфаном. Да. И дальше облако пришло в Башкортостан. И тут его воспел Сайфи Кудаш.